Ребята, вот вы сейчас на открытии. Для вас это первая игра в этой нашей новой фишке летняя лига. Как вам вот понравилось? По-домашнему было? Может, там что-то не понравилось? Вась. Ну, конечно, по-домашнему. То есть много знакомых лиц, так что приятно всегда поиграть. Вот. Ну и плюс ко всему, конечно же, хорошая возможность летом не потерять форму. Ну, поэтому аплодисменты. Ура! Да, игра, конечно, понравилась тоже. Ну, уже играли с ними, почти в прошлый раз выиграли. Думали, тоже сегодня поборемся. Ну, старались, но немножко подвела. Ну, они усилились, они усилились. Заметили. А вы семером только пришли. Я за вас очень болел. Вы начали играть лучше весь сезон. Как бы я смотрел за вашим прогрессом. Было вначале совсем плохо, но сейчас вы молодцы. Вы где-то больше тренироваться стали или какие-то выводы? Что у вас произошло? Ну, немножко пересмотрели состав, то есть, потому что, ну, скажем так, были люди, которые не хотели играть. То есть, ну, осталось людей меньше, но хотя бы есть желание играть, побеждать. Поэтому сейчас отыграем, ну, мало людей, но стараемся более-менее лучше. Ну, мы будем на победу нацелены. Это очень хорошо. Какие у вас планы на эту летнюю лигу? Что вы будете первое место занимать? Первое? Ну, как всегда, конечно. Что еще от ежиков ожидать? Эти хищники, главное, мышей, вообще страшные. Ночные хищники. Ну, хорошо, ребят, спасибо. Я очень рад, что вам понравилось, что мы вот все собрались. И надеемся, что еще присоединятся какие-нибудь команды, да? Очень приятно, конечно. Приходит, да. Все, пока.